Ну, здоровушки, ребята, итак, мы сегодня играем в игру под названием «Возвращение в замок Вольфенштейн». Офигеннейшая игрушка, это игра моего детства. Давайте выберем уровень сложности. Уровень сложности, не бейте меня, давайте их сюда. Я воплощение смерти. Давайте попробуем. Давайте их сюда. Я выбрал именно этот уровень сложности, потому что, ну, как бы на легеньком я там в детстве когда-то пытался пройти. Кстати, между прочим, проходил даже несколько раз. А на этом уровне еще не пробовал ни разу. Войдите. Я буквально с вами окунаюсь в этот беспредел. Заново. То есть вы по-любому уже смотрели или играли. Да, сэр, мы только что получили зашифрованное сообщение от Кеслера, нашего человека из Крайзо. И? Сегодня без камеры. Оба агента были схвачены. Если завтра будет вообще летсплей, если честно. И я не в курсе. Черт, созывай совещание, Джек. Да, сэр. Джек. Это Джек. Он же Джеки Чан, он же Джек Шепард. Теперь разберемся совсем поподробнее. Что мы упустили? Вот различного рода знаменитые личности. Это замок Вольфенштейн, находящийся в горах на севере Германии. Собственность Гиммлера. А вот я никого не знаю. Блин, мы давно знали о существовании замка Вольфенштейн. Мы только недавно получили сведения от наших агентов из немецкого сопротивления. Да хренища информации. Абсолютно полезная. Оккультные ритуалы. Эти лица входят в недавно созданную Гиммлером паранормальную дивизию СС. Небольшую, но элитную группу, состоящую из людей с IQ выше среднего, занимавшимся ранее оккультизмом и паранормальными явлениями. Для тех, кто ни разу не играл. Вот эта женщина. Хельга фон Булоу. Наш человек в Крайсове из одной деревни ниже замка. Давненько играл, информировал нас, что она и другие члены дивизии были недавно доставлены туда. Человек с моноклем от Вильгельм Страссе. Также известный, как я ни разу не смотрел этой заставки ученых, возглавляющий отдел начинал. Особых проектов. Ой, какой раз здесь. Раз здесь я ее, наверное, только прошел. Особых проектов? Когда был малым. Это так неопределенно. А сейчас? Мы знаем, что он занимается разработками различного нового оружия. Прохождение, это же не просмотр заставки. Ходят слухи, что там ведутся сверхсекретные разработки химического и биологического оружия. Пройти это... Прелестно. А вот заставку посмотреть. Кстати... Но на сей момент мы не знаем, как это связано с масштабными археологическими раскопками около замка Вольфенштейн. Итак, новое вооружение, ракеты, химические и биологические исследования. Это Хитман в старости. Обратите внимание, у него красный галстук. Все это ни о чем не говорит. И он очень толстый. Поэтому мы послали туда наших парней. Значит, это Хитман. И значит, он старый, потому что он толстый. У тебя что-то с этим самым, с фонендоскопом, блин, или как это называется? Что мы можем сделать? Что ты там... Мы можем послать спасательную группу. Кинемоскоп какой-нибудь. Или? Или ждать и надеяться, справа, что они офигенная провод квадратный. Как скажете, сэр. Офигеть. Что ж, я думаю, нам лучше подождать. Так. И в дело вступаем мы. В этот момент. В этот момент мы находимся в замке Вольфенштейн. Смотрите, побег. Приказы следующие. Проникните в замок. Ни хера себе, какая загрузочка, блин. Я, блин, минуты три ждал, наверное, в детстве. Проникните в замок Вольфенштейн и расследуйте повышение активности паранормального отдела СС. Паранормальное отдел СС. Соберите всю информацию, которую найдете касательно вышеуказанного отдела СС и их деятельности в этом районе. Кеслер, ваш связной, является членом немецкой группы сопротивления под названием Крайзой. Ему удалось частично проникнуть во временную штаб-квартиру паранормального отдела СС и получить ценную информацию, касающую его деятельности. Это главное. Встретитесь с Кеслером. Понятно. Помните, если вы или агент один... Что за агент один? Ладно, встретись с Кеслером в деревне около места проведения археологических раскопок. Он предоставит дополнительную информацию касательно вашего задания. Если вы или агент один будете захвачены, попытайтесь вырваться любой ценой. Приказ номер 71 остается в силе. Если вас схватят, будет существовать вероятность того, что вы можете выдать информацию касательно вашего задания или ОСА, покончите с собой, приняв таблетку цианида. Как всегда, если вы будете разоблачены, ОСА отвечает от того, что знает вас и о вашем задании. Короче, все понятно, удачи, если мы ничего, у нас ничего не получится, мы убиваемся. Во что бы то ни стало, вырастить из темницы, найдите вход в нижнюю часть замка. Отлично. Я знаю, я помню, что будет. Мы найдем вход.
Я наушниками цепляюсь тут внизу. Надеюсь, что это никак не влияет на качество записи, потому что, блин, почему я не записываю вот видео сейчас? Ну что, у меня жопа с наушниками. Им пришла жопа. Сержант, входите. Они буквально вот склеены из соплей. И поэтому я не записываюсь. Но зато, не знаю, так прикольнее. Это как самопальный кустарный способ записываться, представляете? Как прикажете, гер-доктор. Надеюсь, качество записи нормальное. Я сейчас записываю в одну дорожку. С этим почти закончим. Я вольный. Этот уже готов. В принципе, как пирожок. Он даже не дышит, чувак. Как с ним может быть закончить, ну, чувак? Попробуем. Ты его даже раз. Не оживил ни разу. На кого вы работаете? Ни разу. Его пытают. Ему не круто. Сейчас мы... Это не мы. Это скелет. Это не мы. А вот мы сейчас появимся. Вот это мы ржем, короче. Да, ну шучу, я не знаю, навряд ли это мы ржем. Блин, такая атмосфера вообще. Не зря вот считается одной из самых лучших игр вообще, в принципе. Вот как он меня не увидел? Как он меня не увидел, если он пострелил вверх? Офигенно, это и тык-нож. Есть штык-нож, а есть тык-нож. Это вот... Короче, на цепь приседать. Замечательно. Я буду именно с таким управлением работать. Ладно, ребята, пауза. Давайте продолжим, друзья. Запись вроде нормальная. Что у нас на правую кнопку? Бля, на правую кнопку у нас прыжок. Ну нафиг. О, господи, боже мой. Ох, блин, на контрол выстрел. Так, ребята, срочно меняем управление, потому что это ужасно. Так, опции, производительность, вид. А вот управление. Так, движение. Смещение, альт, бляха, муха, смещение. Пригнуться, вот, контрол. О, выстрел. Сразу выстрел убежать, на который я буду постоянно приседать на контрол и стрелять. Ну его в баню, этот цепь, пристань. Где тут вы? А, фу, блин, вот. Атака, маус один. А, перезарядка, ну слава богу. Правой кнопкой, давайте что-нибудь придумаем правой кнопкой. Стрельба. Автосмена Q. Новые или лучше? Чё ты, блин, не гонишь? Ха, автосмена, это я выбираю, что у меня должно типа. А если новое, хорошо. Предыдущее оружие. Следующее оружие, значит, вот так. Так. Вот предыдущее оружие. Есть. Нет, следующее оружие так и предыдущее так. Перезарядка, понятно, автосмена, если новый альтернативный огонь. Вот это, блин, Маус 3, вы чё прикалываетесь, альтернативный огонь, Маус 3. Есть тут альтернативный огонь? Нет. Так, замечательно, у нас есть. Тык-нож, мне эта тема. Давайте попробуем потыкать в него. Знаете, мне напоминает Wolfenstein, Return to the Castle, Wolfenstein, вот эти вот времена, блях, как много паутины. С потолок обвалится. Напоминает те времена, когда была Half-Life 1 очень актуальная, и можно было трупу вот так вот подойти, растыркать, короче, не развалится нафиг. Кто-то смеется, кто-то стонет. А я, короче, хожу тут с ножичком. Вообще ништяк. Блин, на... Оп, это Q я нажимаю, и Е. А я хочу вот изменить оружие на какой-нибудь более крутой. Но у меня пока нет. Только ножик. Старучок. Видите, я не в центр бью, я именно бью вот сюда, куда бью ножичком. Да, между прочим. А хули вы думали? Давайте по-прежнему... Ладно, ползком уже не будем. Так, на shift шел у нас. О, у нас мега бег на шип. Можем бегать, это отлично. Замечательно. Сейчас мы медленно поднимемся и там дадим всем звездюлей. Да, мне контрол, конечно, на выстрел контрол, это, конечно, жестко. На правую кнопку это, блин, жесть. На правую кнопку это жесть, конечно. О, смотрите, он там, короче, всем можем убить. Встал. F, отлично. Ах, это ты? Да, это я. Приведи другого и возьми этого со стола. Сейчас, подожди. Я сейчас так возьму. Сержант, если я отдаю... я убил его! Это ништяк. Так, я знаю, что этого чувака можно помучить, вот нажав вот здесь. А этого надо как-то забрать. Чувак, давайте заберем. Рапорт о допросе 17 марта 43. Допрашиваю неизвестный допрашивающий доктор Зи. Доктор Зи только что умер. Из допрашиваемому удалось получить крайне мало информации. Через него было пропущено 77% стандартного тока перед тем, как он скончался. Чего? Он умер? В
потайном кармане его обуви мы обнаружили таблетку цианида. Эта находка заставляет нас поверить, что он и его сообщник были шпионами, работающими вместе. Хотя мы еще не определили, на какое агентство, возможно, они работают. Надеюсь получить лучшие результаты от его сообщника, то есть типа от меня. Время смерти, допрошим, 15:35. Отлично, это сейчас вот где-то вот 15:35. Давайте сохранимся. Мы должны определить имя. Или что он там сказал? Ништяк. Хомяк. Бать, у него глаза вылезли. Простите за мат, не хочу материться. Вообще не хочу, никогда, никогда не хочу материться. Иногда выходит. На самом деле я в жизни вот вообще не матерюсь. А вот почему-то, когда видео снимаю, матерюсь. Как сапожник. Будет чисто просто. Нас тут нет. Я помню, что эта игра сложная. Вот я играл, когда малой был, я играл на легком уровне сложности. И она казалась мне, ну, бесконечно сложной. Давайте вот чисто по пикселю будем продвигаться. Кто-то ломится ко мне в комнату. Давайте-ка я паузу сделаю. Вот, смотрите, первый наш. Первая жертва. Такая жесткая, с автоматом, которая... Сейчас, секундочку. Короче, две вещи я сделал. Первое, это я походил немножко, у меня просто спина затекла. Второе, это я... Так, секундочку, у меня тут провод. Это я, смотрите, блин, где-то тут вот. А, вот. Звук сделал потише. И, собственно, микрофон погромче и поближе. Теперь меня слышно круче. Я думаю, я надеюсь, что это так. А вот смотрите, падла идет. Радиосигнал. Лище. Блин. Так вон парень. Парень сейчас умрет. Все тебе, чувак, она. Быстро берем. Эй, Ганс. Ну конечно, чувак. Как это у чувака убрать? Может, увидимся в деревне вечером? Блин, блин, я теряюсь. Так, прикиньте. А у меня 100 хп, меня, короче, пытали. А, меня не пытали. У меня 100 хп. Давайте попробуем сначала вот так пройти. Оп. Да я сейчас всех порежу, как свиней просто. Вы что, прикалываете? Я сейчас вас порежу, как свиней. Так, надо взять ножик. Сидит. Тут писи, тут нет. Все, вот этого сначала режу. Режу. Да просто как говно просто режу. Просто режу, ножиком режу. Так, давайте сохранимся еще раз. Будем как исправные парни сохраняться там. 1, 2, 3. Фу, какая гадость. Так, всего личного состава охраны. Для всего. Майора Юргена. Тема состояния боеготовности. Как вы знаете, паранормальное дело СС имело ошеломительный успех при последних раскопках около деревни. Между тем, Хельга фон Булоу, это вот эта чувиха одноглазая, была сильно недовольна уровнем охраны замка Вольфенштейн и деревни, прилегающей... Стоп. К месту ведения раскопок. Хочу лишний раз подчеркнуть, насколько большую важность имеет эта операция для Рейха. Недавно были обнаружены двое шпионов, пытавшихся проникнуть в замок. Это я и мой пацан, короче. После случая... Сучившегося, блин. Грёбаные, смотрите, как написали. Сучившегося. И я предупреждаю вас, что в случае обнаружения любой бреши в охране, вызванной личным составом, виновники будут подвержены самым жестоким мерам наказания. Служение майор Вильгельм Юрген, командир охраны замок Вольфенштейн, 1945 год. Ну что ж, тогда сделаем паузу, посмотрим, потому что я тут проводок задеваю все время, и у меня такое чувство, что, короче, я его мну жестко. В общем, ребята, если вы слышите небольшой треск, не обращайте внимания, так и должно быть. Это мой микрофон вонючий. Ну, он не вонючий, он просто... Просто козел. Так, окей, я помню, что в этой игре очень много пасхалочек, различных секретиков и тому подобной херманти. Но здесь ее нет, значит, мы идем дальше. Смотрим. Никого. О, можем спуститься вниз, но мы этого делать пока не будем. Тихо. Ух ты, ахтунг! Все, начинаем валить. Фу, прям в шапку ему, прикиньте. Я не знал. Ах ты, падла. Короче, все. Надо отключить системы оповещения. Это, наверное, здесь где-то, да? Систему оповещения нужно отключить. Опа.
Уже минус. Уже минус хп у меня. Минус 6 хп. Ну, я помню этот момент. Да, гребаный, я вообще не понимаю, почему не попадаю. Так, вот там где-то снайпер, я помню, 100%. Так, и у меня появилась вот эта вот пушка. Я не помню, как она называется. О, слышите? Пах, пах. Вот эта сволочь стреляет в меня. Давайте попробуем тут все завалить. Может, это отключить аварию. На самом деле, надо вот это нажать. Смотрите, оп. И все. Так, это я взять не могу. А может, здесь что-то есть? Да. Мы взяли этот самый. Мы нашли секретное место. Блин. Чик-чик, не попал. Ну, вы слышали, да, что он стрелял? Значит, мы, короче, под обстрелом. Это круто. Это не круто. Это вообще полный отстой. Посмотрим, что у нас сверху. Сверху у нас что-то. Мать! Упади! Он упал. Очень послушный парень. Опа. Так, здесь мы уже были. На всякий случай мы откроем. Если вдруг мы будем уходить, отходить куда-то. У нас будет куда. Ага, вон этот тварь. Он косой, просто как собака. Так, мне нужно срочно убить этот флаг. Все неправильно. Все, он умер. Теперь он мертвым грузом болтается, в прямом смысле. Так. Замок настолько огромный, что я даже не вижу, где он заканчивается. Мне показалось, или кто-то опять вырубил сигналку. Я же только что ее отключил. Так, он стрит, там дамба. В общем, осматриваем владение, которым будем владеть. Здесь спускаться вообще не вариант. Оп. Все отлично. Теперь уходим здесь. Сейчас мы возьмем снайперку. Блин, как быстро снайперка берется. Раньше я помню, что я до этого момента, мне на легком сложности было дойти вообще нереал. А сейчас, смотрите, я быстро. Оп. Все. Мне было страшно играть в игру, потому что немцы все дела. Не круто, короче. Это сейчас я играю. О, шутер, шутер. А раньше было не круто. Раньше было страшно. Я, по-моему, убил флаг опять. Это снизу стреляет, короче, идиоты, тратят патроны. Эти патроны все равно станут моими. Чего их тратить? Откройте. Опа, смотри. Бляха, дай пройти. Ух ты! Нифига себе, откуда ты вышел? Так, стоп. Давайте посмотрим, где у нас брешь. Я понял, где у нас брешь. У нас брешь вот здесь внизу. Вот он отсюда снизу вышел. Он что, один был? Чего остальные не вышли? Та вывеска путала меня. Окей, хорошо, смотрим, что здесь есть. Ничего тут нет. Берем, короче. Что мы берем? Нет, патрон. О, вот это берем. Одинаковые патроны под пистолет и под автомат. Это, блин, говнище на самом деле. Ахтунг! Это пока говнистые соперники, их бояться не стоит. Тут стопудовый секрет. Не, не здесь. Сейчас мы найдем его. Кто пришел? Кто пришел? Он сейчас умрет. Смотри. Лови! Отлично, фашист. Гранату свою. Так, что еще у нас тут есть? Есть. О. Блин, да ладно, вы что, гоните, что ли? Ни одного секрета нет. Да, пошли. Вперед. О, отлично. Так, ништяк, у нас идет просто бомба. Вот здесь где-то есть секрет, стоп. А, вот, все. Я хотел сказать, что это уже конец локации. Опа, да-да-да, я знал, что эти сволочи, они падают, короче, это... Ты уже рано или поздно умрешь, чувак. А, пойдем дальше. Смотри, оп. Что будет, если всех этих, короче, разоружить? Нифига себе, какой-то чувак! Блин, они умирают еще, молодцы. Так, мы можем лечиться еще курицей. Это можно убить? Мы ее убили. Убили. Почему я говорю убить, если, ну, я разрушаю, как бы? Все, так, стоп, у меня опять все распалил. У меня опять... Зацепился проводок. Все, я его достал. Отлично. Ну, надеюсь, это не повлияло на качество записи звука. Так, смотрим, есть ли тут какие-нибудь прикольчики. Есть. Отлично. В замке Вольфенштейн много сокровищ. Мы их все соберем.
Всех их соберем. Как там пелась песня? О, ништяк. А, эта дверь, она открывается каким-то образом другим. Блин, чертова фашистская символика. Оп. А, все, понял. Это кнопка, это дверь. Отлично. Секретное место. Кубок. Ура! Ништяк. Это все. Можем закрыться, короче, и все. И жить тут. Ничего нам не будет. Но мы не будем закрываться. Но мы можем это сделать. Но мы не будем. Но мы не будем закрываться. Зачем? Продолжаем наш путь. Странствие наше. Хлебушек с колбасой. Блин! Нифига себе, они жрут. Жиробаза. Чик. Нет. Вот здесь вот. Все, конец. Статистика здания, смотрим. Секретные места 3 из 7, говно. Ценности 5 из 10. Ну так, нормально. Половина. Попытки. 2. Почему 2? Да хер с ним. Бах! Мы прошли. Мы мэны. Замечательно. Поздравляю, мы прошли первую миссию. Она была самая простая. Дальше будет жестко. Найдите вход в канатную дорогу. Все. Продолжим, ребят. Тише. Я только зашел, уже тревога. Ладно, продолжим. Закрыто, мать. Можем мне сюда пройти нельзя. Убить его. Кто это сказал? Вот ты сказал. Гости тебе. Да косой я, дебил. Ты гранату кинул или что? Не казалось. Так, что я сделал? Вот что я сделал этим рычажком? Что я сделал, если здесь закрыто? Я что-то сделал. Я что, я не понимаю. Вообще не понимаю, что я сделал. Подожди, давайте еще раз. Расследуем это дело. Дело убийства чего-то. Я не понимаю, почему я не могу закрыть. Почему я не могу открыть, точнее, я не понимаю. Все, я уже нажал, но что-то произошло, но я не знаю, что. Чертов флаг, он меня бесит. Может быть, это шкаф? Нет. Короче, смотрите, там что-то есть. Там очень много всяких ништяков, автоматов, гранаты там есть. Ёкарный баба, я ж могу пинаться в натуре. Давай пинать шапку. Я его попинаю, этого чувака. Как мощно пинается. Смотрите, какой звук. Шух. Такое чувство, что я Жан-Клод Ван Дам или, ну, максимум Джеки Чан, минимум Джеки Чан. Не говорит о том, что я не могу это взять. Прикол. Ну и что? Могли бы вообще не говорить. Косые. Косые, Валер. О, там есть какой-то проход. Да, минус. Прикольно, что прицел как контрей не расширяется. Это вообще плюс. Так, окей, пошли. Фигачить бочку с медом. Так, это что? Я так и не понял, что это. Это что-то. Сюда. Отлично, оп, оп. А нам ничего не надо, потому что мы крутые, здоровые челы. Так, я так и не понял, что это за фигня. Но этот флаг меня действительно бесит. Так, у меня очень много патронов, это круто. А эти бочки все разрушим. Все бочки должны быть разрушены. Продолжаем дальше. Сейчас небольшая пауза. Еще, ребята, минуток 7. Записи, я думаю, нормально будет. Кстати, все темное, я не знаю, наверное, что-то с кодеком. Надо кодек менять. Записи бандикамом. Я, конечно, сделаю в Вегасе, чтобы было светлее, но, блин. Это, конечно, лишний геморрой. Я хочу, чтобы изначально все было светло. Я еще поработаю над этим, по-любому. То есть я сделаю это бью, чтобы было светло, по-любому. Вот это 100%. Я так этого не оставлю. Тихо. Снайпер. Оп, снайпер лошара полный. Ну, сейчас нашим секретным оружием. Его же снайпер. Он устал. Сейчас он точно устал.
Так, он прилег, значит, он устал. Других я вариантов не вижу. Да фига, тут такая нелинейная игра вообще, капец. Только выход от входов. Самый настоящий лабиринт. Офига, как я сюда попал, черт его знает. Меч. Жалко, меч нельзя взять. Фу, тише. Блин, почему они так быстро умирают, мне даже не интересно. Ладно, шучу, еще впереди такие враги будут, что просто обосраться. Это включить. Надоедает. Че ты меня потанцевал, немецкую польку мне сыграл? Спел. Ничего, короче, я нормального в итоге не сказал. Так, подождите, мы не будем пока это нажимать. Для оберфюрера СС Блаватский. Оберст вон Блоу. Офигеть, язык сломаешь. Закончили предварительный осмотр места раскопок. Имеются серьезные доказательства, говорящие о захоронении черного рыцаря. Требую немедленного направления команды экстракции, блин. Может быть этого, ну типа, изымания, типа, команда по выемке, блин, экстракции. Буду ждать ваших приказов, прежде чем продвигаться дальше. С уважением, Хелька фон Блоун, паранормальное дело, секс. Короче, экстракт, to extract, по-моему, по-английски означает, ну что значит, по-моему, по-английски это означает вынимать, типа, что такое. То есть, to extract, вынести, I'm extracting my сопля из носа. Наверное, когда так это используется. Ладно, шучу. Ну, факт в том, что команда экстракции, это звучит как-то, не знаю, как команда кастрации. Блин, мне, по-моему, это одно и то же. Так, нет, все. Мы идем сюда. А, подождите, мы же не нажали нифига. Надо нажать. Извините, ребята. Что-то я туплю последнее время. Оп. Мы пустили только что. Только что пустили ток. И никаких, собственно, прикольчиков мы не нашли. Возможно, качество летсплея желает ждать лучшего, поэтому я, опять же, сказал, буду работать над качеством. Качество будет хорошее. Следующего летсплея точно будет хорошее. Здесь не заморачивайтесь, здесь слушайте меня, я вам рассказываю различные интересные приколюхи по этой игре. Да, успокойся, ты, косой. Слушай, тебя надо уволить. Я передам твоему начальству, чтобы уволили тебя, максимум. Я, да, даже нет, я сделаю так, чтобы тебя лишили премии. И ты пришел домой и сказал: дорогая жена, идите. Сегодня меня лишили премии за то, что я нихера ни в кого не попал. Вот и все. Офигеть. О, ништяк, средняя аптечка. Нормально, нормально, средняя аптечка. Ой, броня тут еще есть, вот это обалденно. Я каску одел, теперь я в броне. Теперь я непобедимый в каске. Оп, оп. Да ну нафиг, нафига это надо в шутерах, я вообще не понимаю. Чтоб вот так вот. Оп. Эй. Что? Может мне кто-нибудь объяснить, зачем двое должны сторожить эти пыльные бутылки вина? Еще не будет торопиться. Вы не знаете? Это собственность Третьего Рейха. Со всеми этими обвинениями, сыплющимися сверху, майор не упустит такого шанса. Ты думаешь, они хватятся всего одной бутылки? Отлично. Вы шутите? Офис Рекс Маршалла ничего не пропускает. Что? О, тихо, тихо, надо спрятаться. Так, только попробуй. Не, вот так вот. Только попробуй меня выстрелить. У меня есть такая бандурина. Оп-оп. Оп-о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 п
Сделаю минус два. Раз, два. Раз, два. Плыщ, плыщ. Тут я готов. Все, давайте, ребята. Не разочаровывайте меня. Блин. Мне же сыкотно. Поссать некуда. Если я поссу, я, короче, спалюсь. Лужа вытечет. Ай, все, короче, ханаем. Минус один. Нормальный ништяк. Ух, какой ништяк. Мне понравилось. Хоть раком стоишь, падла. Никакого уважения к нацистам. Отлично. Все, замечательно. Так, тут что-то есть. Что-то есть. Что-то тут есть, но что-то не идет. Значит, надо в бочку бахнуть. Что-то, да? Я нажимаю, ничего не происходит, прикиньте. Значит, это дверь. Надо ее как-то открыть. Как ее открыть? Где тут? Так, стоп, ищем, ищем, ребята. Ищем рычажок, который откроет дверь. Рычажок, чувак, может, у тебя ключи есть, чувак. Бляха-муха. Нет, у нее, отвечаю, не вижу, не знаю как.
Те, кто знает, он 100% сейчас напишет в комментах. А может, не напишет. Может, он... Может, он очень скрытный человек, ничего мне не напишет. Короче, все, я покидаю эту комнату, так ничего тут и не взяв. Но я знаю, что здесь есть секрет. Если долбить сюда целый час, секрет в форме. Точно. Откройте. Откройте. А если пинка дать сзади, вот человек, он умрет, интересно или нет? Короче, ладно, все. Все очень интересно, мы идем дальше. Блин, 32 из 300, офигеть, я прямо выношу. Мать. Ты умер, нет? Вот, пришел ко мне внизу, он внизу, он ползает рядом со мной. Он ползает внизу. Кепки валятся просто. Кепки крутятся, а бабосы мутятся. Как-то так. Убейте этого американца! Не, нифига, я хочу открыть. Почему переводчик переводит, бляха, муха, на английский язык? Вот это мне вопрос такой. Почему он переходит на английский язык? Гусь, потому что. Ладно, шучу. Самая неактуальная тема. Самое неактуальное оправдание. Чу, переводчик переводит частично. То есть он частично переводит, частично нет. А этот плакат наверняка скрывает собой. Не, вот этот вот скрывает собой. Да ну нафиг, вот этот. Да ну нафиг, вот этот. Черт возьми, тут, короче, все честные. Никто ничего не скрывает, даже с вами неинтересно. А вот эта херня взрывается 100%. Красные бочки всегда взрываются. Оп. Откроем на всякий случай, мало ли. Вдруг мы кого-нибудь там упустим. Закрыто. А как я поднял это? С чем я поднял? Я прошу меня извинить. Опа. А тут что за Микола Тесла? Шо? Что за Микола Тесла ночевал? Потому что это катушки. Катушки. Не, не катушки. Наверное, это все-таки. Хотя нет, это по-любому катушки. О, открыто. Ништяк. Отлично. Давайте сохранимся, ребята. Слушайте, ребят, наверное, на сегодня надо заканчивать. Единичку. Окей. На сегодня надо заканчивать. Только подождите не сейчас. Я хочу еще немножко пройти. Давайте пройдем эту миссию до конца. Давайте взорвем эту херню. Бах! О, даже кто-то... О, я помню, что в этой игре есть мясо. Реально я помню, что здесь есть мясо. Просто я не знал, какое оно. Теперь я вижу. Реально оно тут более кровавое, чем в Half-Life. В Half-Life он какой-то мультипликационный. Сейчас я объясню. Надеюсь, ты понял. А, поесть. Читаем. Для секретаря Гейера... Майора Юргена, я полностью следую приказу Райхсмаршала 197, но я допускаю, что некоторая рассеянность заставит вас напомнить мне о нем. Мы всегда действовали в полном соответствии с законом, и любые предметы, не имеющие отношения к проекту, направлялись в офис Рейхсмаршала. Позвольте мне уверить вас, что мне нечего скрывать от вас, и что здесь не происходит никаких хищений. С уважением, майор. Майор! Вильгельм Юрген, командир охраны замка Вольфенштейн. Отлично. Ничего я не понял. Да ну нафиг, чувак, ты что, гонишь, что ли? Не можешь подняться, офигеть. Да ладно, хорошо, давайте дальше пойдем. Ты куда я ходил? Сюда. Да. Вот вы поднялись наверх и пошли налево. Чик. Оп. Вон там! Да ладно, ты что, гонишь, что ли? Как ты узнал? Это не я, а вдруг это твой бойфренд? Ух, я сейчас устрою вам русскую баню. Хотя я играю за американца, за американского агента, поэтому, ну, скорее всего, я не устрою русскую баню. Максимум американского. 100% я каким-то образом могу сейчас секретку размолотить. Но я не знаю, где она. Поэтому все, на этом все. Чик. Опа. Опа. 15 здоровья. Это... Фига, это мощно. Кто-то идет. Кто-то пошел. Ну реально, кто-то пошел. Вот это что такое? Офигеть, его патроны зря потратил. Что это такое за труба? Вентиляция сраная. Здесь нифига нет, да вы чего гоните? Я думаю, хоть здесь что-то есть. Ничего нет. Это меня бесит.
меня бесит труба, которая, ну, бесполезная вообще. Зря я сюда вышел, получается. Мне надо на мост, я понял. Мне надо на мост. Убить его! Ну, тише, тише, парни, вы чего? Отлично. Бери патроны. Вот это открылось, да? Это было закрыто. Нет? Да. Откройте. Блин. Что ж вы так скрипите-то? Чё, вас не смазывали, что ли? О-о-о-о. Я же отсюда пришел. Откуда вы тут? Офигеть, у меня хитов мало. Повернись, покажись. Навались. 29 хитов, это опасно. Очень опасно. Просто капец как опасно. Мне нужна еда. Давайте спустимся вниз, я знаю, там есть еда. Надо мне не умереть. О, у меня красный прицел, нифига себе. Я и не знал, что такое бывает. Ну, такое бывает. Так, ребята, сейчас мы немножко пройдемся. Я видел там еду. Более того, я видел там... О, различного рода аптеки. Вот еда. Этого мало. Еще надо. Не, не здесь. Вот здесь. А елки зеленые тоже не здесь. Так, 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 вот здесь, о, чик-чик-чик, все, отлично, уходим. Теперь мы идем, ну, короче, мы идем назад, я так понимаю. Вот еще одна аптечка, отлично, все, у нас 100 здоровья, и мы крутые. Ну, нормально, мы сейчас выйдем сюда, да, все верно, и, отлично, вот, мы сюда идем. Здесь мы поднимаемся наверх. Я не понимаю, почему, так хочется, что мы там что-то взяли. Ну, я думаю, ничего не взяли, мы просто почитали. Может, теперь там открыто? Теперь там что-то открыто, не знаю. О, парни, ничего себе, откуда вы здесь? Вот откуда они тут, объясните мне. О, двое! Черт, 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 я на ладони. На, фашист. Фашист, нихуя, не понял. Я хотел сказать, вот. Давайте увидим это. Да нифига себе. Такое чувство, что я ему куда-то попал, но не туда. Отлично. Они косые, я просто играю на то, это средний уровень сложности. Наверное, на тяжелом... Бляха. Наверное, на тяжелом уровне сложности было бы. Чувак, а что ты своих... Что ты прятался-то здесь? Тебя бы свои завалили просто потому, что ты прятался. Короче, я так понимаю, что на тяжелом уровне сложности эти парни, наверное, бы попадали часто. Сейчас... А, во, открыто, отлично. Ребята, когда уже закончится эта миссия? Я уже понимаю, что ролик длинный. Ролик длинный, а жизнь-то не бесконечна. Блин. О, все, это конец. У-у-у. Секретные места 0, ценности 0. Мы красавчики, мы ничего не нашли. Но мы красавчики. Если вы слышали, это кот мой только что промурлыкал, смотрит на меня и хочет, чтобы я его выпустил с кухни, но я этого не сделаю, потому что я фуникулер. Приказы следующие. Зловещие слухи, здание 1. Приказы следующие. Проникните в замок Вольфенштейн и расследуйте повышение активности паранормального отдела СС. Соберите всю информацию, которую найдете касательно вышеуказанного отдела СС и их деятельности в этом районе. Кеслер. Опа, все, ко мне ломится, ребята. Давайте уже на сегодня закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, будьте счастливы. Всем пока.